Ну что ж, это уже третье заведение на сегодня. Это кондитерская «Дюшес». Вы сможете провести этот день вкусно вместе с рубрикой «Сладкий найтлайф». Ну что, гоу! Кирилл. Добрый день, Индира, добрый день, телезрители, хабаровчане, гости города Хабаровска. Да, мы находимся сегодня с вами в центре нашего замечательного города, на пересечении улиц Истомина, Муравьева-Амурского, в самом сердце нашего большого любимого города. То место, где мы пьем вкусный, качественный кофе, напитки и наслаждаемся авторскими десертами, которые мы готовим сами. У наших зрителей, мне кажется, сейчас будет инфаркт, если мы не покажем кухню. Да. Во-первых, там есть очень замечательный человек, который руководит этим процессом. И если вы, приходя в кондитерскую «Дюшес», думали, а кто же за этим всем стоит, вот сейчас мы приоткроем небольшую занавесу тайны. Что происходит вот за этими белыми дверями? Поэтому пойдемте. Та самая Лена знаменитая, скажи мне. Я не думаю, что знаменитая, но, наверное, да. Да прям, это ты, которую в Инстаграме такую вкусность делаешь, да? Да. Мы готовим из натуральных продуктов, да, используем только достаточно дорогие ингредиенты. Это все очень влияет на вкус, да, и это отличает наши десерты от тех десертов, к которым мы все привыкли, те, которые продаются в магазине. Ну и качество, соответственно. Правда? Конечно. Тортики какие-то на заказ, можно ли сюда прийти и обратиться? Да, конечно, можно обратиться по любому поводу, и мы учтем пожелания и сделаем торт на праздник. У нас есть очень замечательные домашние лимонады, а также домашний чай. Отличаются они от обычных тем, что мы готовим специально для них домашние сиропы, а также пюре на основе фруктов и ягод. Любим дарить подарки. И вот один из подарков, который мы предлагаем вам, вашим друзьям, партнерам, близким, вторым половинкам в преддверии наших любимых весенних праздников, это вот такая коробочка кондитерская, в которой наполнение, которое может быть совершенно любым, исходя из ваших вкусов, из вкусов ваших близких. Эта коробочка запечатывается, красиво завязывается, и более того, по вашему желанию, она может доставляться. Будем рады всех видеть. Инстаграм, наш все. Подписывайтесь. Всех ждем.